Здравствуйте, дорогие зрители. Наступило 2 июля. Ну, там концовка была на печеньках. Видеокамера, зарядка села. Холодно, и зарядка быстро садится. Я уже подзарядил аккумулятор. Сейчас мы кушаем. Сколько время, Грибобас? 18 минут второго. Ага. Вот я сварил кашу. Кукурузную. Пачку кукурузы полностью бросил. И две банки тушенки. Грибобас сказал, а каша вкусная. Каша вкусная. Мне очень нравится. Спасибо, Грибобас. Отличненько. Спасибо, Грибобас? Ой, спасибо, Джон Клюкер. Я уже с ума схожу. Вот еще с этими закусываем оливками. Кашу едим без хлеба. В избушке зажигаем спираль, там комаров нету, а на улице сидим, мажемся мазью. Грибобас там дровами занимался. Дров много. Угу. И территорию я пособирал дров. Все отлично, территория красивенькая, чистенькая, угу. Дров нету. Коры много вот нарвал, так что все угу. Хорошо. Понятно. Приятного аппетита. Спасибо. Что тоже приятного аппетита. Ну так погодка. Я не знаю, сколько температура, потому что так не могу сказать. А так термометра тут нет, да? Ну, пасмурная, ну это вроде как не холодно. Не, ну тепло. И главное, ветра нету, да? Ветра нету. Интересно так. Ага. Я сейчас бегал, собирал дрова и даже вспотел немножко. Я подошел, у меня тепло было под мышками. Ну тебе как пот пошел уже. Тепло было хорошо сейчас. Сбегал за водой и так тепло было хорошо. Ну комаров много очень. Комаров много. Заедай. Идешь целое. Гудит все аж. Угу. Комаров много. Так, время без 5:04. 2 июля. Вот я еще вам покажу. Здесь кто-то иконку повесил. Я ее вчера заметил после уже того, как это показывал, что в избушке там находится. Вот мы тоже иконки приносили свои. Господь Иисус Христос. А этот свет включается. И Георгий Победоносец. Там еще вот матронушка. Так, сейчас вам кое-что покажу. Пугач. Не знаю, это сухие спички. Ну, по идее, избушка-то нагревалась. Спички должны были подсохнуть. Сейчас чай будем пить. Сейчас. Вот этот пугач. Это мы в детстве такие штуки делали. Но это опасная штука, если переборщить с зарядом, вот серый спичек, то эту штуку может разорвать. А так хорошо на случай отпугивания мишек там дать как бы знать о себе, что мы присутствуем в лесу. Сейчас я покажу, как она бахает. Сейчас чай налью. Так, чаек. Ай, горячий. Я грибобас это споласкивать? Да. Что, за ними чекуешь? Так я тебе собрался наливать. Ага, спасибо тебе. А будет еще яблочко да есть, помыть его. Слышишь? А? Яблочко да есть будет, надо это помыть на две части его. Ага, хорошо.
немножко вот. Комар кусает. Ай. Сейчас чихну. А? Ужас. Сгущеночка. С комариками. Что-то там какая-то фигня была. Ай, нос кусает. Так, надо размешать. Ну, вот сейчас с этими сушками будем кушать. Комары мне пальцы кусают, пока я снимаю все. Передай привет зрителям. Большой привет зрителям. Ну ты как видишь? 2 июля. 2 июля. Да. Ох ты, смотри. Ух ты. Пока я тут устанавливал камеру, у меня тут мясцо образовалось. А что это, мясо? Мясо, мясо. Так, да, тоже мне так, пшикни на руки. Не-не, сам пшикни. Давай, ну сам пшикни, ага. Там ну, этот продуктов туда чуть-чуть. Да? Ага, я отойду сейчас, давай. Ага. Спасибо большое. О, сейчас в костер бросим, посмотрим. Ага. Взорвется, нет? Мама, я боюсь. Сейчас пульнет, наверное. Главное, чтобы не в нас. Да, одна ветка, наверное. Аккуратно, да. Смотри, смотри. Ага, давай. Сейчас я вам покажу, как пугач заряжать, как я его заряжаю. Сейчас глоточек чая сделаю. Там к костру, смотри, не подходи, а то... Я знаю. У меня, кстати, в чае мошка уже. Не даже была. Еще одна. А вчера вроде мошки не было, да? Ага. Там видите, плохо. Маленькое пламя. Оно поэтому не греется. А так оно сейчас рвануло бы. Да. Знаешь, еще они почему на чай летят? Он же теплый. Ну? А они же это. На инфракрасное излучение летят. А-а-а. Понял. Ну, то есть на излучение теплоты. Понятно, понятно. Ого. Угу. А вы по сколько спичек заряжали грибовас? Штуки 4-5. Да? Не больше? Да. Нет. Ну, он с первого раза может не щелкнуть, да? Да. Там надо, было, чтобы оно утрамбовалось. Угу. У меня репугачей было, там мы собрали штук 6-7. Ну, сейчас я делал заниматься штукой, еще в школе. Не разрывались? Бывало, 2 штуки. Серьезно? Она взорвалась, у меня руку там маленькая, и короче как, она идет загнута, и короче как, вот так она, короче, вот так развернулась. Она же остальная была, я говорю, у меня тут дырка такая, такая дырка была. Больно было. А, такой, кровь пошла. Я и пошел сначала, мне забинтовали, всю штуку сделали такую. Такая. Я сейчас сначала 5 спичек попробую. Угу. Но первый раз как бы утрамбовка идет. Ага.
О! Ух ты, нормально. Аж по ушам дал. Отлично, Джон. Браво! Во! Блин! И загорелась хорошо. И в костре эта штука тоже так. Классно! Отлично, Джон. Так, давай 7 спичек. Ой, 6. Давай 7. Давай 6. Я сейчас в ту сторону, а то это. Ага. Нормально, бу-бум, это по ушам так, бам так, короче, так, красиво так. Ой, отлично, Джон. Не, если в ту сторону стрелять, наверное, звук не такой сильный будет. Наверное. Вот так можно этот, за место петард от мишек, от, ну, как бы мишек пугать. Если они напугаются, конечно. Да? Мне кажется, медведь он не пугливый, мне кажется, мне так мне кажется. Медведь. А? Что медведь не пугливый. Он шум, шум. Да? Они же знают, если охотники там пойдут. А-а-а. Угу. Да что ты? Вот я уже вроде там как-то на ютубе рассказывал, там на ужине что ли, как брат Димка тоже вот так взял, как бы утрамбовал и вот так крутил, короче, крутил на уроке прям. И она у него на уроке взорвалась. Прям в руках? Не, в руках-то в руках это понятно, то, что на уроке. Понятно. Так, сейчас в ту сторону. Давай. Давай, Джон, с Богом. Не, оно сейчас первого-то раз, наверное, не будет. Угу. Оно со второго обычно. У-у-у, отлично! Мне нравится, здорово, Джон, браво! Отлично, да? Ну? Ух. Еще разочек и хорош. Или ты хочешь попробовать? Потом я попробую еще раз. У меня спички есть. Mm-hmm. Ой, стой, подожди, я подожди. Сейчас, подожди. Ой, понял, Джон, отлично на игру. И стреляет так классно. Отлично, Джон. Браво. Ой. А у меня, видишь, дополнительно тут еще, смотри. Делают-то чисто это, медная трубка, а я еще сделал алюминиевая трубка. Ага. Здесь у меня замотана этот, наждачка. О-о-о. Наждачная бумага и этим, изолентой. Это если разорвется, то... Да уже не разорвется уже. Не-не, оно просто как защита будет. Как защита, да. Отлично, Джон. Ну ты догадался соображать, маленько. Браво, Джон, отлично получается. Молодец. Получается, ой, там комары прям в видеокамеру лезут. Сейчас надо убрать комарика, подожди. А, ушел он сам. Вот смотрите, оно как бы, когда оттягиваешь этот гвоздик, он там здесь вот как бы тормозится, а когда нажимаешь на резинку, оно соскакивает и ударяется, и получается щелчок. Ай. Не, я просто слишком сильно оттянул. Прогорело просто. Классно. Плохо, а что так? А, я понял. Чего? Я плохо утрамбовал, короче. Надо утрамбовывать хорошо. Машка. Может, ты историю какую-нибудь с пугачами вспомнишь? Угу, сейчас. Сейчас держу, подожди. Мы еще когда учились в школе, да? Серега Рябов. Ну, рассказывай на видеокамере. Вот. Мы еще когда учились в школе, Серега Рябов, он как говорил, что гвозди они прямые такие, как, ну, угол, прямой такой угол, на острию, а он говорит, брать напильник и вот этот затачивать, чтобы гвоздь был такой плоский. Ну, а почему так? А так удар лучше, и вы с первого раза уже стреляет хорошо. Оно как бы плющит. Угу. Вот он сделал. И все тоже мы, короче, мы были на физике, у нас была это, была Нина Федоровна Пименова, я не забуду никогда в жизни ее. И вот гвоздь и так хлопнул, и так громко получилось.
Она Рябов, вон, без этих не появляйся, пришла и мать, и прям, короче, ну, на уроке по шее ему дала, мама. А у мать жесткая была. Она, по шее ему, короче. Вот. Вот такая штука. Потом еще был это Вовка Куракулов. Ну, не стрелял, просто сделал ее. Ну, на уши стрелял. Вот. Дай, чтобы, ну, тоже попробую я. Постреляю я. Ай. О, во! С первого раза. Отлично, браво, Джон. Утрамбовал их с первого раза. Угу. Все, подожди, так, мне надо там на зарядку поставить. Ага. Пока до следующего сеанса. Пока-пока. 10 минут седьмого? Да. Ты что там, дровишки рубишь, да? Да, дрова рублю. Ты что, разрубил? Он сейчас это будет рубить. До конца отрублю я ее. Вот. Там сучок, видимо. Ага. О. Так, дорогие обитатели Ютьюба, я сейчас вам дам возможность стать гномиками и посмотреть, как я чистил. Опа. Как этот называется у нас, ручей? Или как по-другому правильно? Исток? А, исток. Исток. Еще как-то по-другому он называется. Исток, ручей. Не, ручей это одно. Ну, здесь исток пойдет. Питьевой исток. Или что-то в этом роде как-то. Так, ну, в общем, сейчас пойдем туда. Так, Господи, благослови. Пойдем, и вы станете гномиками. Готовьтесь. Итак, пошлите смотреть, где у нас ручей и где мы берем воду. На счет три мы станем маленькими гномиками. Сейчас пока рано. Там такое есть местечко, где это ощущение будет непередаваемо. Зеленые растения будут казаться большими деревьями. Итак, внимание. Один, два, три. Я почистил там эту ямку, но сейчас пока еще мутная вода, но там со временем сейчас все это очистится. Каждый год он забивается песком. Вот там я сейчас покажу, вроде есть как течение такое, и видно как вода. Если его хорошо почистить, будет такое красивое зрелище, как из-под земли бьет вода. Сейчас этим некогда заниматься. Комар попал. Так вот почистил, чтобы хоть более-менее почище было. Сейчас вы скоро станете опять большими. Один, два.
два, три, четыре, пять. Так, теперь глянем, что там грибопас делает. Ну, кстати, я увидел гриб один. Уже старый. Но это не чага, это по-другому как-то гриб называется. Коптильню я здесь вам не показывал. Сейчас покажу вам коптильню. Это, видимо, старая была коптильня. А это уже какая-то свеженькая. О, тут даже стружка вон. Или там, не знаю, что такое. Опилки. Тут она получается, наверное, холодного коптения или, наверное, полугорячего. Я здесь еще ни разу не коптил рыбу, но это надо, чтобы поход подольше был. Дней 5 хотя бы, 6. Так, ладно, надо идти чай пить. Грибовас, ты пьешь чай это? Нет. Так, нормальный чаек? Угу. Сейчас допью и пойду копать яму. Понятно, понятно. Копать. Время без 10 минут. 10 вечера. Посмотрите, какое небо интересное. Ну, я смотрю в экранчик камеры, как-то ярче. А вот я смотрю, как бы, знаете, цвет такой мутно-красный такой. Интересный такой цвет. О, вот такой типа цвет, да-да. Во-во, вот этот цвет передается сейчас. Класс, смотри в экран. Ага. Так интересно, да? Здорово. Такой вообще оранжевый какой-то. Ага. Темно-оранжевый. Ух ты. И дождь накрапывает. И дождь пошел. И резкость потерялась.